Приветствую, друзья. Вот есть фразы, которые издревле человечество все знает, и вы знаете, конечно. Например, познай себя, или, например, хлеба и зрелищ, помните, да? Но не каждый человек с собой это как-то связывает. Ну, например, вот Чиксенмихайи, о котором я часто говорю, гениальнейший человек современности, который создал теорию потока. А вот внимательно послушайте, послушайте, и вы увидите две вещи, что на самом деле это же все построено на таком отношении, которое строится на фразе вот этой вот хлеба и зрелищ. Да, и вторая ситуация. Там у Чиксенмихайи сказано, чтобы обрести эту свободу, мастерство, с которым вы входите в поток, забывая об этой тени и всех бытовых проблемах. Надо 10 лет, а если вот соединить с ключом, то не надо 10 лет, потому что можно снять нервно-мышечный зажим и быстрее освоить мастерство. Вот видите, какие интересные вещи. Поэтому ключ соединяется со всеми методиками, со всеми пониманиями, потому что ключ на самом деле – это состояние достижения внутренней свободы, с которым все легче делать. До встречи, друзья, потому что завтра я сделаю ролик, как соединить хлеба и зрелищ, то есть по существу. Любовь, например, за деньги не купишь, а хлеб же нужен, а хлеб стоит денег. Вот как вот этот вот момент противоречия разрешить, из-за которого, если подумать, происходят все кризисы и войны. Да, как соединить духовное с материальным. Да-да, интересный будет ролик, посмотрите.